Летим к OG Локу. Навык мотоциклиста плюс. По 30 долларов всегда можно лутать в прыжке, если на мотике. На рыбобратку тоже можно. Подобрать траекторию, главное, правильную. Ох, вот благодаря навыку прям спасся. Не улетел. Райми реалити. Он на тебя идет. Жаль, что здесь гаража нету этого бомжары. Мотик-то пропадает, жалко мотик. Да, вот он. Убегает. Уходит. Да пошел ты нахуй, парень. Мне не колышь, что ты там говоришь. Я больше не уборщик, сука. Ты ж, тебя ж повысили, вроде. Эй, что случилось, Лок? Гангста больше не уборщик, вот что случилось. Я уже это слышал. Слушай, Карл, если мне суждено попасть за решетку, а перед этим устроить грандиозную вечеринку, это может быть последний шанс, чтобы меня услышали. Хорошо, как и план. Я хочу заехать на Грув-стрит и устроить там свой грандиозный фантастический концерт. Хорошо, что ты хочешь от меня. Я хочу, чтобы ты был готов к вечеринке, там будет куча девочек, чувак. Хорошо. Это будут реальные телки, ты понимаешь, о чем я? Одни будут бикини, другие без него в крутом немецком видео. Ха. Я тебе говорю, братан, отвечаю за все, что будет там. И голос имени тебя пробудет. И как Моисей тебя озарит, понимаешь, о чем я говорю? Бля, я не могу таким голосом обкуренным нахуй общаться. Раздобудь новый прикид и подстригись. Пошли нахуй. Подстригись, после чего заваливай Коуджи Локу. А, так это не обязательно же делать. Бля, почему, в чем была проблема позвонить этому бомжаре ебаному? Гэнгста, блядь, в кавычках. И не... И никуда не ехать. Иначе, блядь, мне пришлось к Коуджи Локу ехать, потом обратно, блядь, домой. В чем прикол? Да, смотри-ка, тридцатка опять. Опять тридцатку дали. Бабок. И чё там с территорией? Разобрались? Ну да. Вы просто, у вас права нет проебать территорию рядом со своим домом родным. Вы тогда вообще немощные будете, без толочи. Бля, 150 бачей, это так-то, блядь, много? Если так посмотреть. Это прям пиздец, как дохуя. Туда-сюда скатался, считай. А тебе бабки принесли. Кто, блядь, у них заправляет? Кто у них собирает, блядь, бабки? Эй, Сиджи, что за дела? Эй, Лок, вечеринка в самом разгаре. У меня дома целая банда безумных шлюк. Ты скоро приедешь, чувак? Я не знаю, чувак, у меня план на эту ночь. У нас большая неприятность, я не буду читать рэп, мой микрофон сломан. Ну, хорошо, я скоро приду. Чё? Он, типа, меня похвалил, потому что я, типа, качок? Или чё? Так, бля, вот я не знаю. По идее, ну похуй, давайте к свиту завалимся. А, все, базара ноль. Свит говорит, пошел ты нахуй. Ты мне не нужен. Вечеринка. Да-да-да, это я, OG Lock, у себя дома, детка. Я собираюсь поразить всех моих гэнгста Ниберов. Всех моих гэнгста шлюшек. Посмотри на моего друга CJ, вон там, как дела? Ниба. Я-то думал, что у нее микрофон слом. Эй, здорово, чувак. Здорово, Райдер. Все, парень, снаружи, чувак. Пошли на улицу, отдохнем от этого убожества. Чувак, я в ярости, идем. Да, я здесь, я в ударе. Вы убить меня мечтали, но не понимали, что гэнгста. Да, вроде нормально читает. Проклятие, чувак, у стихи ужасно. Этот болван должен что-то... Здорово, парень. Эй, здорово. Значит, ты снова с нами, а? Да, блин. Ты настоящий убийца, так? Что он сделал такое, чего не сделал я? Ты что, имеешь против чего-то? Ниба. Эй, отряд Балсов едет сюда. Они будут здесь минут на минуту. Ну что, поставим этих Балсов лицом к стенке, а? Эй, Сиджи, готовься. Мы же Грув-стрит. Сейчас разъебем Паласов этих ебаных. Я сбегаю за смоком и другими парнями. Хорошо, берите тачки, перекройте дорогу. Отдых закончился, парни.
вот они, паласы ёбаные. Ёбаные палясы, блядь. И уже стрельба пошла. Пошла стрельба. Пацаны, у меня тут калашик, ебать, припасён нахуй. Я все цепанул, блядь, было дело нахуй. С одного задания, если калашик, бля, по мужики цепанул, нахуй, было дело, ебать. Во! Вот, я же говорю, они подбираются, патроны-то, патроны-то подбираются. Вот только начали подбираться патроны, до этого не подбирались. Вот, сейчас опять подбираться начали, серьезно. А почему до этого они не подбирались, типа, в чем была проблема? Вот, бляди. А мне армор есть. Хоть мне незачем беспокоиться. Ебать, арморчик, нахуй. Ой, я хорошо уже с МГшки хуярю. Так-то. Так, что там еще есть где-то, что-то? Отлично, мы дали пизды им. Грув короли. Чувак, балс еще никогда не подали. Да, не слышали, что Карл Джонс вместе со своим братом снова здешний хозяева. Давай вернемся на вечеринку. Черт, чувак, настоящий вечеринка началась лишь тогда, когда Лоб свалил от микрофона. Типа, убежал ли эти, что ли? Оуджилок убежал, типа, или что, не понял? Миссия выполнена, уважение плюс. Вот это мочило было, вот это я понимаю, бля. Вот это игра, нахуй, вот это кайф, бля. Вот это легендарная игра, блядь. Так, дайте мне 5 секунд. Так, я тут. Так, у OG-лока задание я выполнял. Получается, нам осталось свит и все. Задания все выполнены в этом городе. А че я подобрать теперь не могу опять? Я опять подобрать почему-то не могу. 17. Лос Сепул Кросс. Как дела, брат? Сутер только что приходил Темпани. Сказал, что одно из баллов, которое ты смог прикончить, Литл Визела, сегодня хоронят. И все главари шишки будут там. На похороны? Да, мы должны прикончить всех этих ебаных нибосов разом. На похоронах. Они строили то же самое на похоронах нашей матери. Давай отплатим этим ублюдкам. Эй, мы должны совершать что-нибудь. Берем Гроув на карту города. For life. Рулай. Хорошо, Ниба. Поехали. Ниба. Нибас. Манибас. Нам нужны помощники. Прикажите членам банды присоединиться. Они проявляют тебе достаточно уважения, чтобы помочь. Удерживай ПКМ, чтобы... И нажми Q. Садись в машину. Вот, я же говорю, нас здесь научат сейчас. Вот и научили нас. Мы пойдем к задней части кладбища. Там будет Кейн, этот гад вроде является одним из главарей. Да, поэтому если появляется он, что-то езжай к заднему двору кладбища, пока не приехал Кейн. Чем выше уважение к тебе, тем больше людей ты сможешь нанять в свою группу. А, у нас же эти типы стреляют еще. Соком. Как я тебя давно не заходил. Были на то причины с моей стороны. Что ты ко мне не заходил давно. Здорово, папка. Ёбаный таксист в зеркала не смотрит, еблан. Как так можно? Зачем ты тогда машину ведешь, если не умеешь? Мы на месте.
This is place. Хорошо, Сиджей, давай за нами. Перелезть через стену вслед за Свитом и своими парнями. Так, а у меня есть калаш, но у меня мало его. Завтра будешь стримить, не знаю. Занимайте позиции, ждите Кейна. Приказать банде сохранить позиции, Джи приказать банде следовать за тобой. Удерживание Джи, пока читать. Вот так вот. Он приехал. Кажется, на этом кретине надет бронежилет. Разделимся, так мы быстрее избавимся от его задницы. Значит, Сиджей, ты займешься Кейном. Они уже шарят, да, то, что мы тут? Ебать, он бегает быстро. Да меня стреляют, блядь. Да стой ты, блядина. Вот и все. Владение АК-47 улучшено. Кейн мертв, избавься от оставшихся врагов. Тут еще остался. Это что там, типы в засаде, что ли, сидели? Садись в машину и отвези Свита домой. Ебать, он уже сел. Ты чё, нахуй? Все готовы, поехали. Так, я бы в пейнтспрей, на самом деле, заехал бы. Пейнтспрей вот сюда. Сюда же? Чтоб менты скинулись с хвоста. Иначе мало ли чё. У меня хп вон половина. Мало ли чё там менты эти могут исполнить. Ебать, летим. Все, приехали. Ха, нет. Наебал. О, нарколыга, пошел ты, сука. С дороги вон. Уродина. На нак. Боул. Вот, отлично. Прям идеально рассчитано, что он врезается и машина прямо становится. Чувак, надо временно залечь на дно. Все идем домой и не высовываемся, чтобы я никого не видел на улице в течение дня. Поняли? Увидимся позже, Карл. Опять вертолет за нами почему-то летит. По какой-то понятной причине летает над нами какого-то хера. Может, ему прострелить его крылья? Ебать, я нормально делаю. Нормально я делаю. Не, сейчас он не подбирает оружие. Это значит, тут в заданиях было только так. Работало. Что он подбирал стволы. Чужие. Воссоединение семей. Черт, ну сучка. Оу, да. Всем привет. Здорово, чувак. Здорово, Сиджей. Быстро выруби телевизор. Слушайте, парни. Все стало так, как мы и хотели. На улице больше нет наркоты и прочей дури. Наконец-то. Слушайте дальше. Нам предстоит снова объединить семьи. Потому что Балсы уж долго пичкают наших парней наркотой. С тех пор, как семьи между семьями появились разногласия. Представители все собираются в отеле Джефферсон вроде. И все официально утвердить, чтобы... Вышиваю всю дурь с наших улиц, голосую за то, что я буду представлять всех. Нас. Это отлично. Если Свит считает, что сможет добиваться его, то я за него. Хорошо, тогда поехали. Сделаем это, чуваки. Мужики, ёпта.
Садись в машину, отвези всех. Мотель Джефферсон. Отвези всех на встречу. Раз 30 написали. Скажи, ты снова собираешься разбить тачку? Иди ты нахуй, Райдер. Райдер, хора уже издеваться над СЖМ, чувак. Я просто хотел пошутить над этим маленьким Нибасом. Навык водителя плюс. Врезаешься, у тебя плюс. I resent your implication and shit. Sweet's just saying you're a natural killer, babe. You gotta check yourself and stay cool. Не, бля, приехали. Вот это заданька будет потненько. Значит так, там должен присутствовать один человек от каждой семьи. Мы будем здесь на всякий пожарный, брат. Спасибо, чок, но я буду там не один. Он имеет в виду то, что он будет семьями. Мне это и нравится, чувак. Посмотреть на районы других семей. Они хотят стать частью групп. Стрит не просто так. Расслабься, мы хотим этого. Они тоже. А ты что думаешь, Смок? Я чувствую себя немного незащищенным, но меня все устраивает. Это отделение полиции Лос-Сантоса. Всем оставаться на своих местах. Черт. Начать захват. Чувак, ты что делаешь? Карл, вернись в машину, мы уезжаем отсюда. Я не брошу своего брата, я не предатель. Чувак, здесь каждый сам за себя. Вот они и предатели. В этом моменте можно было уже их ебашить. Ну, потому что реально. Просто киданули, считай. Просто бляха-муха киданули. Серьезно. Где происходит встреча представителей семьи? Я должен найти Свита. Они встречаются в одной из комнат, в другом конце здания. О, нихуя, он уже здесь. А у тебя оружие выпало? Конечно. Ну-ка, давай-ка, F. Тут, в принципе, можно тёлку целовать, вроде. Тогда будет все четко в этом плане. Здоровье захилить себе. Блять. Ну. Вот и все, суки, лежать. Уроды вонючие. Копы сверху спускаются, говорит Си-Джей. Бля, базарю в хедшот ему попал, бля, я. О, армурчик. Не зря наверх залез. Владение СМГ улучшено. На нахуй умер сразу. Откис. Давай. Не хотят, суки. Ой, ёбаный. Я не заметил. Поторопился я что-то. Give me a grip. Grip. Мускулатура плюс. Это, наверное, ножки. Ножки подкачаны. Справа сейчас выскочит. Там просто АФК стоял, челик. Серьезно. Здорово. Что ты здесь делаешь? Где Смок и Райдер? Они съебались, говорит. Ладно, блядь, давай уходить отсюда. Это отделение полиции Лос-Сантоса. Оставайтесь на своих местах. Ты же это вертолет от нас не отстанет. Избавься от него. Ты же сбей этот вертолет. Тогда я этот залутаю все. Пули валяться, что ли, будет просто так. Все соберу, бля. 6 пуль. Следуй за Свитом. Вот и готов, нахуй. Побежали, братишка, побежали отсюда. Вот они, предатели, да?
Сейчас выскочит, бля, выскочит. Черт, что дальше? Это Smoke Rider. Садитесь. Дави на газ. Вот они вернулись. Здесь, наверное, можно было уже простить, типа. Типа того, наверное. Чувак, я руками до сих пор. У меня есть Калашников. Это ебаный антиквариат. Да, чё ты хотел? Эммет, это тебе не Пентагон. Ты взял его у Эммета? Чёрт. Прикрой нас с тыла, Си Джей. Чувак, их тачка попала под поезд. Ебать, она улетела. Так. Прокачиваем владение калашом. Где вертолет? Палим вертолет. Владение АК-47 улучшено. Карл, они у меня на хвосте, детка. Сиджи, они справа от нас. Владение АК улучшено до убийцы. Хорошие пончики пропадают зря. Едем. Вон, чуваки, как бы, блядь, упали, не упали. Срань господня, ты посмотри на него. Лучше бы я остался дома. Карл, сзади, сзади. Закрывайте окна. Бог, что ты нахуй делаешь? Будь ты проклят, Смок. Смок, ты ненормальный. Мне нравится, когда машина чистая. Сиджи, они слева. Я выбираю тот путь, который приходится выбирать, понял? Может быть, ты сможешь уговорить их, как сражать там самим выбрать машину или путь, что-то было. Так, где еще тут есть? Черт, дорога впереди перекрыта. Автомат заклинил. Похуй, я иду на пролом. Сиджай впереди, что-то там. Отделение полиции Лос-Сантоса. Эй, что за хуйня? Мы летим. Задний ход, Смок, давай задний. Я нифига, я поеду вперед. Чок, мы все умрем. Вот, черт. Тормози, Смок, тормози. Черт, тормоза не работают. Тормоза у него, блядь, не работают. Пиздюк. Спранк. Тут машин никого нет. И он прям в грузовик. Бам! Как в фильмах, в боевиках, ебать. Черт, у этой истории был бы неплохой конец, если бы мы вовремя не выпрыгнули. Чувак, это было зверски тяжело, дельца. Ух! Райдер прав, нам надо разделиться, встретимся позже. Ладно, бля, мы же банда, нахуй. Какой разделиться? Цветы. Бля, дайте тачку. Ступит эсхол, бля. Дайте тачку, нахуй. До дома доехать. Эсперанто. Вот она, в GTA Vice City. Тачку, которую надо найти было. Эту помойку, сука. Помоечку эту, блядь. У Свита задание, да, до сих пор осталось только. Берем наши бабки. А бабки у нас отбирают или нет? Или бабки у нас остаются? Вот мне вот это интересует. Есть ли у них в те времена карточки какие-нибудь?